Заодно потестируешь свой билд. А, боюсь, его надо будет еще сейчас прилезать. Ну да. Ну поэтому и ровно на плюс 6 ставь, как раз мы... А, нет, плюс 6 есть плюс 5. А, ну плюс 5, да. А, стоп, стоп, я чё, а сколько было, 7? Плюс 8. А чё, 7 нету? Нет. 7 нету, и 6 нету. Интересно. Так, это оставляем так, это оставляем так. Жалко, блять, в этом билде нельзя второго мега-робота поставить. Да ладно. Сейчас будем все или может. Мерп. Ну вот этих больших я имею в виду. С большими хуями. А, так... а, во, можно, все, заебись. Их можно будет даже не контролить теперь. Так, мне нужно два уровня подержаться и не умирать. Хочу 25 этой хуйни получить. И сундук. Думаю, я не умирал, ни хуя. Идти дальше. Ну таки не умирал. Не знаю, чего не умирал. Что, каждую миссию умираю? Да нет. Не, там прям подряд надо пережить, да, этих миссий. Две миссии подряд, не умирая, как минимум 4, на 4 уровня выше должно быть. Раз на 4 выше будет, Дима плюс 5 сейчас поставит. Я, по-моему, я не умирал, нихуя не дает. Так, вторичным вооружением нельзя поставить, потому что эти роботы говно. Надо будет в первую очередь кострянов улучшить тогда. Чтобы им хорошее вооружение поставить. Ну, вот этих больших роботов. У меня будет два больших робота и мои перки. Свои, собственные. От оружия там... От... Сейчас посмотрим, как Дима будет дамажить-то. Сейчас посмотрим. Надеюсь, нормально. А у тебя дамаг по площади или по единичной цели? Какой у тебя вообще? А я с АОЕшным буду топором бегать. Это вообще... Но... Да, я на милишника полностью перекачался. На физдамаг и мили. Да, сейчас надо только понять будет, какой щит правильно будет выбрать мне. Тогда тебе надо хпшки качать там немерено, по-моему, чтобы мистиком. Я прокачался на полный на хп и на защиту. Ну, хп, правда, я всего на 450 пока взял. А, дополнительно. Да, тогда возможно, кстати. ХП и полностью защиту выкачал. То есть у меня что-то теперь не должно в любом случае при полной выкачанной защите. На плюс 5 может и затащит. Сейчас, пока не бегите. Ебать, не жжёт, не боже, ты вот... Смотри, всё равно хуярится. You should be reminded that the Drukhari use the arteries of the webway that can offer them a swift escape. Indeed. А куда роботы делись? Они там как раз начинали веселиться. Видимо, топор там идёт, как копьё. Ждут, пока мы поговорим. Давай поговорить, поговорить. Давай опять, пацаны, чё страшного? Блять, все-таки какой щит будет с Розарио? Че мне дают Розарио? Наверное, неуязвимость. Другие щиты. Да, сука, 25 секунд работает, говно. Да. Отражающее поле, видимо, тоже будет говном. Силовое поле разве. А, это я дефракторное испробовал. Так, а силовое. Понял, значит остается только пустотный щит. Это можно... как я забегаю в толпу и нажимать тебе его надо. Да, я тоже, когда это тестил, я там только два запомнил. Это неуязвимость и Void Shield, короче. Ну покажи, Дима, свой класс, давай, он идеально пиздил. Они самые... Не, ну с одного удара я неплохо ему наношу сейчас. Не очень. Нормально, там еще ровно, немножко лучше, хорошее оружие было. Ну ладно, если будет там колоть, хотя бы тоже неплохо. Че, вот так могу. Это типа уешная дамага. Давайте мы его, блядь, закинем, сейчас поставим. Таганом брони просто. Что-то не вообще бронировал. А, сучонышка, дошел ко мне. Плюс 5 же.
абсолютно твердый. Все позволяет. А! Погребаю! Нормально. Всех перегрызли, пока я стою. Жгу шуры, жгу. На, пиздец, у меня потоков данных не хватает, чтобы использовать перки брони. Ой-ой-ой, что-то не попадает. Чуть не отъехал, пацаны. Я хотел выживать. Я в каком бегаю. О! О, гоники заюзал. Силку заюзал. Та еще хуйня, блядь. Я нам. Еще хуйня. Бедствие, пизда, гротеск. Не, нормально, живое теперь хотя бы. Да, еще. Что это хуйня дает боевая стойка? Милишку убрать вообще будет хорошо. Ты можешь перекачаться на дальний? Ну. А из дальнего у тебя что есть, конечно. Ты милишки не сможешь урон наносить. Никто тебе не даст, люди стоят с толпом. Сразу бежит. Это уже проверено мной. Да, а чем это дальнее такое, и если не лето, а я защиту полностью вкачал. Сломлен. Да я знаю. На том живем, блядь, что я сломлен, но не сдох. Не, нормально я вношу им. Я вот лазер, они ждут все. Когда они одни остались, так можно убить. Против толпы ты не сможешь, да, может. Ну, может, ладно. Босса не знаю, где бы. На босса где ему кидать. Чтоб босса так влетел на нахуй. Тогда после этой миссии еще попробую перекачать. А ебать, мне уходит пошел в жопу. Моя щит не откатился еще. Ладно. Не ебать, что они на меня положили, что-то я приезжал. Собаке пошел в жопу. Во, вот теперь вот этот скилл поставил, кстати, где на нормас у меня стало по этому, по перегреву. У тебя есть скилл, типа, ставится и дает минус один перегрев за каждый негативный эффект на наложен. А я их накладываю пачками. А, я сдох! Ой, блядь, я сдох! Ааа, моя хуйня провалилась! Рисни мне. Ты сильный. Да, я риснусь. А кстати, рисается тут. Вези. Я хочу, чтобы меня риснули. Я риснусь сейчас. Подожди, медузу запишу. Давай, да уже отпиздил. Можешь рисать его. А, я могу сам рисать. Мне тоже милишку взять. Домой вдвоем с тобой вот езжать. Я пока не отъехал ни разу. Но дважды очень был близок к этому. У меня беда в том, что мне теперь не хватает этого, данных, чтобы оставаться. Печально. Я... Меч. Такой топор. Что? Ты учти, кстати, я забиндился на этом. Ну, то есть у меня пассивки прокачаны. Ёб твою мать! У меня тоже пассивки на живучесть. Надо... Я на пассивки, в смысле, на ближний бой все подставил. Ай, прилетает в ебло, что-то прилетело. Бля, что дамаж пиздец. Сокрушительный удар, блин. Робот, давай, накидывай, а тут никто не может накинуть. Рубим его, Дима, рубим! Скучок, ну он нахуй не лежит. А Дима без копьем хотел сказать. Топором. Ну, кстати, я ни разу еще не помер. Да, кстати, на это алебарда, по-моему. Ну, вообще-то топор называется. Ну, похоже, алебарда длинная такая рукоятка. Оля, типа, пацана там чуть-чуть повесили. Слышь? Слышь, как построил? А, сука!
лазером своим. Подавлен аморально. Да, дамаг ты ж пиздец. Убиваться, блять, а меча, блять. Я, кстати, тоже могу две личники сделать с мечом и с посохом. Пистолета, блядь. Он подавленный хоть и дерется, блядь. Меня там мало привязали. О, чертеж желтый первый выпал, нихуя себе. На реликт оборудования пояса. На следующее поле фабрикатора. Так, а молот попробуй. О, у него, слушай, из кишков достают что-то. А его режет, это хуйня. Давай. Зайчик. А вот это видел? Ебать. Ну, а что ты, Дима, не летаешь? Это... Не, я... То, что электричество бьет, вот этой вот. А! Блять, отъезжаю нахуй! А, уже отъехал. Сейчас я встал. Я, блядь, у меня щит кончился, ну, в смысле, припасы. Ой, Дима, аккуратней, ты один там, блядь. Один, тут еще два робота, которых надо, блядь. Чтобы они переагривали. Они, в принципе, пытаются что-то делать. Бля, надо поток данных увеличивать, потому что мне кастовать надо. Бля, на него наложено всякое говно же сделать. Ой, еще накладывается. Я умолком, блядь. На-на-на-на-на. Ну, блядь, вас некогда в угол забился и пизды себя получил. А его туда откинули, он не забился. Его с двух сторон хуярили молотом и наковальней, скажем так. О, заряда наконец-то. Сразу юзаем. Ебать. Помехи по варпу этому. Да-да-да. Варп помехи создает в игре. Я выше. Oh, look who has crawled back to receive. Зря сейчас так сразу. Да его ебаю сейчас сразу. We are the masters of the dark pathways that lead to the sunless Kimura. You cannot stop us. Stop what? You are kidnapping Imperial citizens. You are nothing but cowards. Kidnapping? Ля-ля-ля, он что-то жопу почесал молотом, бля, сейчас. We have taken millions of your kind, you fool. Да-да-да, я вижу эту хуйню. And let us prey upon the remaining cattle. Ну, чё-то я через сорока свою. Видал, как он мне имеет? I am here to stop your foul machinations. You are only wasting your time, creature. Hidden webway tunnel spread wide. Wow, вон эта тетка стоит, она слева вообще стоит. We go wherever we wish. Она тоже говорила. Then you should return to your true master and frolic at the feet of Slaanesh. For this, I will show you the true meaning of pain. Зачем я гранату хотел кинуть, блять? Я съебался, кстати. Я тоже. Я вполне успешно бегаю, да, уже не бегаю. Да, пусть Ословил. Ну как ты, блядь, фантамус? Там на толпа летает. Ой-ой-ой! А, ебать, они со всех сторон! Вот так вот, чувак, блять, как милишником. Приятно играть, блядь. Со всех сторон, блядь! Блять, куда не беги, блять! Их тут еще больше! Дима там агрит в толпу. Вот так мы пытаемся слюха эту шлюху отпить. Я сдох. Сдох? Блять, она мощная, сука, она мне пиздит, просто пиздит. Ебать, она вращается, кстати. Видал. Блять, Дима, ты нам нужен. Просто заниматься килом делом, блять, ебать, я отъявляю от неё. Всё, я бегу, бля, нахуй я этот мол взял, я пожалел, блядь. Она реально мощная, сука.
Я уебываю, блядь. Я как я сдох? А, меня завалили. Да она утопилась. Бля, она за мной бегает, чуваки, сними чисто. Сейчас давай вот этих сейчас не ладно. Пошлите, где она? Бать, она мне не дает восстановиться. На тебе, блядь, стой тут, сука. Давайте, зажимай, зажимай, блядь, пацан, зажимай. Уже. Ща я с молота, блядь. Ебас, ебас, куда она делась? А, ну, он валяется. Текстура. Давай, пиздец. Ай, я Дима прикольный, я его начал. Да, когда нас застанет, мы решили кормить, блядь. Я поднимаю сразу. А мне не дали. 55-й уже. Да, охуенно, блядь. Я все еще 53-го. Подходить с молотом за секунду умирать, блядь. Не, пацан. Не, это... Я всего разок сдохнул, блять, я забежал в самую толпу. Да, если тут еще жизнь будет ограничена, то тут надо вот, кстати. Да, блядь. Что взять из арсенала? Ж не знаю. Как у меня хп посещает? Булган. Так, а вот у нас основная толпа. Че, готов, Дима? Готов, блядь. Я, блядь, и сдох, сука. Когда побежал, нарвался на толпу. Ну, я ж не знал, что они в ту сторону бегут. Блядь, да че мне хуярит так больно? А, да, понятно, там, я там, в орде стою. Да, там спину, ты, у тебя яд. Я тебе яд, это хуяр. Я отсюда. Ебать, блядь! Все, отъехал. Ебать, Диму станет там. Когда... А, не, слушай, а Дима же ебёт, он же сидят, он со всех хуйнёт. Вот у нас так это самое живёт. Еле выползает такой оттуда, не, я бы же отъехал, я тут так пошёл. Эй, долго жил. Не, ну слушай, Дима на нас. Не хватает, чтобы кастовать хоть что-нибудь? Там я просто один был на тебя. Нет, да там я куча дебафов сейчас была. Да, и прилетало просто. Если я в окружении стоял орды, меня яд кидали, меня станили, блядь. Ты понимаешь, что ты как-то в таком состоянии, блядь, не можешь драться по мне? Смысла никакого. Блядь. По импакту не выносишь, может ты танчишь. А, о! Наберем, мне не хватает только потока данных, чтобы кастовать хоть что-нибудь. Надо будет одного большого робота убрать. И вместо него ну, поставить вышку, допустим, на хил. Или деф. Тупо пожилой хил. Нажмите, видите, как я, блядь, далеко побежал. Я жил. О, блядь! Ну, я там затравили петухи. Давай, одна секунда осталась. Ну на чем ты живешь-то? Ты на бежим исключаешься? Только что дали ачивку несгибаемость, блядь. Вот при всем том, что, блядь, все, мне сейчас пизда будет. Я атакирован, сломлен. Под дебафами. Постою, короче, в углу. У меня откатится хоть что-нибудь. Блядь. Я возвращаюсь в бой. На! Давай, блядь, сдохни уже. По-моему, я больше сейчас пользы приношу. И это веселее. Во всяком случае, играется. Бля, по-моему, на плюс 8 мы эту катку не затащили, мне кажется. Да, надо плюс 8 ставить, чтобы Диме еще, блядь, дать. Там хоть это держали. О, Лень, ты это, по патрули ходит, патрули.
А, я помню эту миссию, тут сейчас будет какой-то босс. Остановил. Ай, собаки. Тут еще прибежали. Бля, мне... А нет, нормально, живем. А я выжил. Вот сейчас я отъеду. Да, я отъехал. А вроде но... же. Не. Ой, я отъехал. Но я... А, они я не... там заплевали эти змеи. Я неплохо так держался. Мне единственная беда, у меня подавление заканчивается, блядь, быстро. Только начинается домен. Стреляет ядом, я ебал. Так, я возвращаюсь в бой. Ай-ай-ай. Сука, тварына, блядь. Бля. Да пизда им. Топор пришел. Блять, он дебоф. Мади. Вот стоит еще. Ехал опять. Я сейчас. Да. Да, давай. Я сейчас сражаюсь, надо ебить. Просто зашел в толпу и хуели, пока жизни есть. Но сражайся намного дольше, блин. Не отлетаю из двух ударов. Дамагу у нас сюда. Плохой дамаг вот. Блять, ну где мой щит, сука, или на куляр хоть что-нибудь? Пока Дима не стерпевает, а стоит просто. Все, хуй они теряют, меня отсюда выгонят. А я его хуялю. Так, ну там сундук справа. Просто охуеть. Мне нужны заряды инокуляра. Тоже сойдет. Бля, уже опять все забито, блять. Как у тебя так быстро забивается? Не знаю, мне все подбирается само. Как? Меня... Как вы все как само собирать? В настройках поставить можно. Где? А то я заебался уже. Escape, настройки, игра, и там будет... А вот авто... Сука! Это тоже не... Только сам не узнал, кстати, сколько играли. Так что ты не один такой, Дима. Вот теперь-то заживём, а то каждый раз только прокликивал. Да. Я поэтому тупил постоянно, что, блядь, пока прокликаешь, вы уже уебете куда-нибудь. Да, теперь это... на самом все будет. Ну, кстати, приходится отключать. Да поебать вообще, разбирать все буду по очереди. Нет, это я зря забежал. Я забежал
самое место. Прорывается шарик! Мы не удержим их! Жалко, нельзя перки менять во время игры. Сейчас бы я один бы перк поменял бы, и все было бы у меня заебись. Вообще какой-то, блядь, консенсус, скажем, блядь, не френдли, нихуя, ничего менять нельзя, блядь, во время ничего. Это же для фанатов Вахи. Да, говна на они варенье. Они превозмогают. Столько плохих игр для фанатов Вахи, блядь. Ну, кстати, в последнее время, да. Вспомни хотя бы Dawn of War 3. Ля-ля-ля, опять этот ядовитый хуй прыгает. Пизда ему. Я его зажал в углу. Там зажать видимо тебя кто-то стоит. Пьяню. Блять, такой забавный звук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это я гротескного хуярил. Все стены поломались. Дим, будет просто магнит хуярил там. Твоей. Ты умер? А, не, а кто умер? Я говорю, от яда позади вас отъехал. То есть я получил порцию яда, отбежал под к вам и отъехал. Замелишника на этих сложностях играть такой. Надо какой-то случай имбу убил с говном. Не, милишникам весело, но я явно не. Персонаж явно не тот, чтобы мили играть. Ну у тебя вообще не милишник, у вас да. У меня стамонер он по большому счету. Че, я точно так же обгребаю, блин. По-моему, Дима лучше меня ставит. Так я, да, полностью ветки выкачил на это. У меня только защита не выкачена. Здоровье у меня полностью. У меня полностью здоровье, полностью защита. И мне все равно больно. Плюс я инокуляр выкачил хорошо. Да как он меня затрахал-то? Да, меня инкуб ёбает. А можно меня это поднять? Ну все, меня поднимают. Сразу щит. Блять, еще и инокуляр кончился. Блют, я не могу юзать перки твоего своей брони. А там защита какая-то. Перенаправить 70 урона, нанесенного союзом. Нам на плюс 8, он насколько долго бы жил. По всему я не умирал бы. Ты там нам не купили. А, это хуёвое. При направлении урона, я-то думал. Ай, собаки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не побежал, пацан. Я, короче, держу. Пока что. Ну да, надо будет перекачиваться. Не, я не держу нихуя. Ебать. Перекачиваться на дальний бой надо. Да, я сразу. Что ближний бой, то только можно на низкий сложности. Блять. А, все, я тоже, да? Не, это, конечно, весело играть, как бы. Намного веселее стало, но... Шарик, ресни! Все, Шарик, сдох. Спасибо. Давайте вы первые. Ты же, блин, танк. Че за танк так и посылает вообще? Я вообще маг, я должен сзади всех вообще бегать. Я нормально. Я не бегаю, танкую все. С огнеметиком подбегу, жрану. Блин, закончились. Блин, инокуляры кончились, я больше не танк. Я в бессмертии на инокулярах и на щитах. Но сзади собаки не бежали. Стоять будет все. А это что, хуйня, блядь? Я отъезжаю! Я пизда. Меня ядом опять затравили эти.
сука, яд вообще не едет, ну. А, нет, я, блядь, гонится. Только появляется, то все сразу пизда становится. Я вас зарежу. Зажимайте, блядь, гелях. Этот толпок. Ох, ну выпустите, блядь! Сейчас бедствие пытаюсь отпидолить. О, пилюлю. Бля, как классно, само собирается. Вот там сундук. А где я умудрился собрать два заряда? Да, оно само собирается, не следишь. Ничего себе собирается теперь. Заряда щита. Пацаны, я там вроде... видно. Бля, сейчас зажмёт нас. Блять, я отступаю. Не пизда! Я дверку открыл, они сразу согрелись. Ебать, этот шмаляет, нихуя себе ты пес! Такой ту-ту-ту-ту-ту-ту, он закопал мне. Бля, сзади стреляет, так меня тоже. Ай-ай-ай, поддавлю. Бля, да чё за... Иди нахуй, медуза. Ах, упали. Ты меня. На вам. Не кастуй, блядь. И ты не кастуй. Всё, пизда мне. Давай. Готов. Я еще яду по себе оставили. Вернуть цепной топор, чертеж желтый. А мне желтая какая-то шмоточка. А, нельзя его выжать тут. Интересно, а если вы мне их пришлете, я смогу это крафтить? Да, вряд ли. Наверное, ты носить не сможешь. Не, крафтить-то смогу. А носить, интересно, может, тоже смогу. Я могу тебе кинешь как-нибудь из тех, что именно под твое оружие? Ну да, то из тех, которых... Ну, да, естественно. Из тех, что ой, тебе... У меня все перегрузка. Манек тут луток, конечно, пиздец. Так, выкидывай. Ты же с ней шмоток весь полусыпан. Не лезет. Всю синьку нахуй выкинуть. Все, карта кончилась. О, топор амнисии. Сами с ним пиздите. Ля какой. Где кто? А вы еще не можете? Я могу. А, это этот. My name is Thrall. Пусть орды, блять, подъем. Да-да-да. Так, ладно, пока пиздите, я покурю. Ну, скажу так. В принципе, баба у меня нормально броня, которая умеет дефать тоже. И баба хоть что-нибудь со щитами нормальная. Там количество зарядов или еще что-нибудь. Может и жить можно было бы. Тебе нужен автохил, чтобы их переливало в любой домах. Либо так, либо вампирик какой-нибудь. А так, это вообще нереально. То есть я залезаю в толпу, либо использую инокуляры, за счет этого выживаю. Потому что он во время боя обновляет, ну, действие. Там почти те случаи, когда вы удивлялись, почему я живой, это я, короче, инокуляр прожимал и на берсерке просто врезался. I can remember the last time. Пока я кого-нибудь убиваю во время действия инокуляра, соответственно, он продлевает действие. И так я и жил. Фактически бессмертным. И вот тут нюансы. Количество зарядов инокуляра не бесконечно. Опять выбрать. Что, опять путь? Опять за меня будешь выбирать, да? А не выбирай, а Дима же это самое. Тебя Дима выбирает. Ебать. Радикально, естественно.
Мне надо даст от нее вкачать. И что мне даст сейчас или не даст сейчас? Должно, по идее. Один выбирает за всех. Не, потому что у меня уже два прокачивания, сейчас третий. Получается, должно у каждого по-своему быть. Качается не по скиллам, то есть ну, то, что выбираешь, это не скилл дает. А там есть шкала, короче, моральные морали. У меня две качнуто. А, у меня три. Сейчас, по идее, должно на четвертую уйти. У меня за счет этого дамаги на 45% больше идет. От варпа. Вот варпа, хуярпа. Все? Да. Нажать надо. Просто курю. Стою, курю. Так, ладно. Сейчас сбросим навыки тогда ближнего боя. Да, в общем, не зашло. Ну это изначально было понятно, что не дает. Нет, зашло, только выживать не знаю как. Это считай, что не зашло. Если на нормале играть, то зайдет, короче. А если... А зашел потом? А? Если на нормале играть, то зайдет. А если лапать сложность на максимум, то, блядь, нет. Был бы я каким-нибудь, блядь, их потекарем, сука, космодеса, у которого шприцы постоянные. Ну, на халявку радикал качнулся, считай. На тот же самый квест. Радикал 100 открывает тройных эмпирей, запретные знания вар... А, это вот как раз можно качнуть теперь, да? У тебя на 100 уже? Да. Вот, вот теперь радикальный путь открылся, да, тебе 4 этих навыка открылось. А, я это давно уже вкачиваю. Ну вот, у меня оно было закрыто, потому что... Не прокачан. И радикал. Радикала. Радикала. И чё, я только могу одну эту самую кинуть. Запытное пока... знание. Кидай на те, что 10% шанс того, что ты этот отхиляешься. Отдамай. Если варп урон, имеет 10% шанс исцелить вас, а не навредить вам. О, мне подвиг дали, героический. Так. О, а тут, подожди, персонаж. Могу качнуть до четвертого, до чего-то я хоть докачаюсь. Искам, блять! Неизвестная земля. В ходе моего расследования стало ясно, что система Айриоса в подсекторе Треглав стала местом охоты темных эльдаров. Статистические работорговцев, которые поняли, что в течение десятилетий существования целые миры без надлежащей имперской защиты, не имея подходящих армий, ксеносы выбрали манипуляцию, террор и меняющее сознание наркотики. Чтобы оказать влияние на имперские власти, они и так продолжают свою грязную практику. Наркоманы, сука. Невредимые Друкхари развратили полки астромилитаров. В системе посадили в тюрьму кардинала и распространили опасное психоактивное вещество среди боевой силы. Я победил суккуба из кабала зубчатого лабиринта, который утверждала, что они захватили миллионы имперских граждан. Нихуя себе, денег только содержат. Миллионы имперских граждан, используя скрытые туннелевые пути, которые простираются далеко за навесы подсектора. Такие дела, блядь. Я считаю, надо их обоссать. Дважды. Перехват. Наши бравые, блядь. Милиционеры должны решить эту проблему. Так, надо желтые шмотки поломать, старые. Уже не нужно. Моя работа не окончена. Твой путь окончен, пес. Инквизитор, мне снова нужны ваши знания. Умиротворение под сектора Гренхла все еще продолжается. Сила астромилитаров оккупированы в различных мирах. Недолгая изоляция водила миллиарды от пути праведности. Между тем, лорд Бетрам, губернатор системы Кламори, сообщил о нападении рейдеров ксеносов на его дворец. В свете ваших недавних открытий в системе Ауреоса сильно подозреваю, что это должно быть
дело темных эльдаров снова. Система Кларис является административным центром подсектора, и мы должны действовать немедленно. А у меня, Дима, кстати, есть этот самый зеленый какой-то гравий-пистолет такой. Даже не зеленый, а салатовый. Последний, типа. Вот какая-то хуйня, на самом деле. Я не потерплю издевательства над рэм-пистолетами. Убей меня, да. Убью всех. Так, все, всю хуйню разобрал. Лучшее, что есть у императора, это рэм-пистолет. Он дал своим, блять. Не, ну, кстати, он, да, он салат.